Всем привет, друзья! Если у вас тоже вот эта деревянная шторка подстаканников плохо закрывается или не до конца закрывается, сегодня покажу, как это исправить. Чистим все это место аккуратно и давайте начинать исправить лифт.
Вот ставим на место, не двигается, пробуем. Все круто работает. Начинаем собирать. Заодно и все почистили, и уже все чистенько. Защелкиваем на место. Thank you.